Так, сейчас будет сложно немного, потому что я не помню, что надо делать. Не как я помню, но такое себе. По-моему, мне сюда еще рано, поэтому надо сходить куда-нибудь. Надо изучать локацию. Наверное. То, что тут меня куда-то отослали сразу, вообще непонятно, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас я разберусь. Да, все-таки мне надо. Ну понятно. Где-то что-то здесь должно. Поэтому походим, посмотрим. Деревня, кстати. Мол клан. Так, а что? Так, на востоке там она заброшена, еще есть на юге. Мне говорят тут. Селение, так сказать. Ну как, насколько я понимаю, ничего нету, да? Ну окей. О, бесплатный отдых. Самое лучшее, что они могли бы мне предложить. Так, а здесь что? Ничего. Деньги для казны, видимо, я здесь не соберу, потому что деревни очень, так сказать, пустые.
явно, что они бедные и так далее. Блин, а мне интересно, а что тут за... Хочу, что там можно пройти. Но не факт. Опа. Где это я? Да-да, Дарфейр, привет. Блин, все-таки я пойду за водой схожу. А то я что-то как-то ее выпил, все. И все, и нечего пить. Как ты в универ съездил сегодня утром? Твою. Блин, я очень долго пытался запустить. Я типа думал. Так было лень, но все. Желание узнать, что будет дальше, взяло вверх. Да, как? Я, кстати, почитал максимальное количество жизней здесь 999, но... Эта игра, она просто больная. Просто все уничтожает. Вообще ужас какой-то. Блин, как все плохо-то. Туман за окном. Да не его. Слабый он. Такое себе. Ты в итоге сдал-то зачет или нет? Куда ты там сегодня ехал? Блин, и самое тупое, то что после битвы мне ни черта не повысит, они скажут. Нафиг иди. Ты на лицо и расскажешь? Ну окей. Или не расскажешь? Кто знает? Кто знает? Блин, вот это, кстати, голова, она капец жесткая. У нее где-то 3000 хпс, не больше. Ладно, одолели, магию повысили, еще и меч получили. Угу. Я чуть-чуть из игры не вышел. Так, а что за гоблинский меч? О, 4 отнимает. Ну нафиг тогда. Ааа...
Короче, готовься. Ага, не спал, так. А в итоге тебе зачет просто так поставили, да? Угу. Распал, окей. Ну да, это я понимаю, про электрички сам езжу. Ну вот ты должен был узнавать заранее. Вот я всегда узнаю заранее, автомат или нет. И типа, если автомат, то я даю старости зачетку, не приезжаю. Ты, Нарфер, ты сам виноват, то что ты... Ну и что? Знаешь, пока преподаватель не скажет, что у тебя автомат, это не значит, что у тебя его нету. Потому что есть некоторые преподаватели, которые ставят, если ты, например, был на трех парах из 10, просто потому что она внезапно перепутала то, что ты внезапно сделал какие-то лабораторные, на которых тебя не было. Или кто-то тебя отмечал, просто потому что. Поэтому, типа... Неважно, что ты думаешь, есть автомат или нет, ты всегда должен был сам спрашивать, есть или нет, так что сам виноват. Ну ты и бегал, потому что дурак. А. Ну блин, типа, это нормальная практика. Потому что в университете уже учился. Ну алё. Ну, кстати, да, у нас эта тема появилась в университете из разряда... Вот там какого-то парня задавили, а он должен был быть на экзамене, в итоге то ли прогуливал, то ли чего. Поэтому, чтобы при представлении зачета надо обязательно явиться на зачет сам, и т.д., и т.п. Все дела. Это очень дико бесит. Ну вот да. И вот из-за чего это случилось, никто толком объяснить не может. Кого задавили, когда задавили, где задавили, какой университет, что за фигня. Никто ничего вразумительного сказать не может. Ты сидишь и думаешь, опять мне эти бабушкины сказки рассказывают. Блин, вот это арта пиаца, прочёл как арта пицца. И думал, что же за пицца-то такая? Разрабатывал игру. Просто, вроде просто новость. Не, нам рассказывают про задавленного человека. Так, а это три змеи или это одна? Так. Блин, не могу понять. Вот если по черной судить, не, непонятно все равно, сложно. Блин, обычно если враг он типа он один, значит он сильный. Блин, почему у меня дроп? Меня так бесит мой интернет. Может быть, роутер ребутнуть? Ну, ты как считаешь, Дарк Фейер? Или ничего не дропает?
И меня ОБС пытается обмануть. Немного. Ну, гоу я. Твою. Прибутну тогда. Роутер сейчас включу минут через 4, наверное. Он столько будет прибутаться.